Обеспечить тимановцев широким выбором качественных продуктов в течение 24 часов – такую цель ставило перед собой руководство сети супермаркетов «Метр», открывая новый торговый центр. Очень старались для жителей Тимонова, чтобы они немножко тоже почувствовали, немножко как в своем районе уютно, и чтобы у них был всегда доступен рядом, близко дома, свежий продукт, большой ассортимент, такой 150 тысяч наименований. Для торгового центра «Метр вкусов» Тимонова построили новое современное здание. В ходе работ были соблюдены все санитарные и строительные нормы, несмотря на сложности процесса. Вокруг оборудована удобная, рассчитанная на большое количество автомобилей, парковка с местами для транспорта инвалидов. Очень большой труд потрачен, было тяжело нам тут построить, в связи с того, что место было очень болотистое, и дожди были, тяжело было очень построить. Но все-таки мы добились, все сделали, все закончили, ровно год. Большой ассортимент продукции, молочных продуктов, приправ, кондитерских изделий, детского питания, охлажденного мяса, товаров для дома, игрушек позволит любому покупателю, от обычного потребителя до гурмана, а также тем, кто придерживается поста или диеты, купить нужный набор продуктов. Очень многие люди ездят отдыхать за границу, очень многие пробуют итальянскую, мексиканскую, различные кухни народов мира. И мы стараемся, чтобы наши покупатели не чувствовали вот эту разницу, прибыв из отпуска домой, они посетят наш магазин и приобретут те товары, с которыми они смогут приготовить те самые блюда, которые им полюбились во время путешествия. В торговом зале продуманы удобные проходы для тележек, есть камеры хранения, работают 5 касс. Как внутри, так и вокруг торгового центра поддерживается чистота. Сотрудники гарантируют высокое качество товара. Сроки годности обязательно соблюдаются. У нас определенная система разработана, несут ответственность. И продавцы, консультанты, которые работают в торговом зале, несут ответственность. Складские работники, которые отслеживают правильное расположение товара на складе. Церемония открытия торгового центра стала для тимоновцев настоящим праздником с песнями, хороводами и танцами. Представление украсил цыганский творческий коллектив. Очи черные, уши пламенные, и манят они в страны дальние, где царит любовь, где царит покой, где страдания нет, где мрачен запрет. На открытии торгового центра выступили и официальные лица. Я хочу поздравить руководителя, всех тех, кто принимал непосредственно участие в строительстве этого еще и уникально красивого сооружения. Я надеюсь, что качество продукции люди будут довольны. Этот исторический момент наступает! Покупатели с интересом разглядывали новый торговый зал, выбирали товары, делали покупки. Многим из них по случаю торжественного события вручили пылесосы, мультиварки, электрочайники и другие приятные подарки. Вот там. Вот это подарок. Спасибо. Возьмите подарок, пожалуйста. Поздравляем вас. Спасибо. Спасибо. Мы вас тоже поздравляем. Как вам впечатления от магазина? Очень хорошие, положительные. Будем сюда ходить. Мне нравится все. Магазин шикарный. Все отлично. Спасибо всем. Хороший магазин. Очень даже. Здесь удобно? Когда вот будет меньше народа, будет удобно. И хочу сказать, цены не очень дорогие. Вот я посмотрела, растительное масло точно такое, как и там. Каждый день сюда ходить будем. Вот и сегодня. Главное, что тут можно выбрать для поста. Вот для меня это сейчас очень актуально, и я очень довольна. Это первый торговый комплекс в Тимоново, в котором работают сразу несколько магазинов одежды, золотоваров, канцелярских товаров для садоводов и рыболовов. В этом же здании открыли двери банк, турагентство, парикмахерское и кафе суши. Юлия Беспалько, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».